Парни, итоги жеребьевки. Вам соперники МСГ, ВМФ, которые сейчас называются Na'Vi Boys и Корона. Что-нибудь знаете о соперниках? Ну, насчет МСГ я могу сказать. Я, в принципе, с ребятами живу в одном городке. Часто пересекаемся. Хорошие мастеровитые ребята, играют здорово в Миньку. Ну и чемпионы зимнего кубка. С ними будет интересно сыграть. Насчет Короны и Na'Vi Boys сложно сказать. Не особо слежу за их выступлением. Насчет Короны вообще. Команда не играет в СФЛ. Раньше не играла. Будет интересно сыграть с ними. Ну, по поводу МСГ, я видел их пару игр на зимнем кубке. Команда очень хорошая, очень хорошо у них держится мяч. И будет очень тяжело с ними играть. По поводу ВМФ, ну, всегда тяжело играть с командами из военных вузов. Всегда очень жесткая, напряженная борьба с ними. А Корона, вот мы с Андреем сидели и больше всего не хотели получить из четвертой корзины команду, которую мы вообще не знаем. То есть очень не хотелось бы, чтобы это оказался какой-нибудь второй горняк, который преподнесет много интриг и заберет очки свои. Ну, поживем, увидим, но тогда давайте немного на МСГ остановимся. Парни, чемпионы зимнего кубка, нет никакого мандража перед игрой с ними? Ну, еще раз скажу, я с этими ребятами играл, мандража никакого нет, все такие же футболисты, все так же играют ногами, поэтому будем выходить и давать бой чемпиону зимнего кубка. Ну, после того, как мы на зимнем попали в такую сильную группу еще и в 1-16 на МЧС уже, как бы, слово мандраж, мне кажется, проглотили. Ну и, наверное, самый главный вопрос, будет ли самая главная болельщица вашей команды ходить на игры? Будет. Спасибо.